Что делать, если чувства невзаимны? Ну, они невзаимны у кого? Вы не любите человека или человек по отношению к вам? Человек по отношению ко мне. Значит, ему не повезло. Да? Потому что вот когда человек не любит, он, скорее всего, что-то теряет. А когда человек любит, даже если это невзаимно, человек уже приобрел. Истинная любовь, она может быть и безответной. Вот в этом ее волшебство. Понимаете? Поэтому вот то, что вы любите, это говорит о том, что у вас большое сердце, что у вас есть потенциал. Потенциал ощущать это. Потому что, поверьте, многие грубеют с возрастом или вообще не имеют этого потенциала. Вот. И не нужно ожидать от жизни, что она будет всегда отвечать взаимностью. Это тоже вот часть мифа большого, с которым лучше сразу распрощаться.